Здравствуйте! Меня зовут Штойко Светлана Вячеславовна. Я инструктор по физической культуре в школе 1748 «Вертикаль». И сегодня я хотела бы показать комплекс упражнений, которые ученики смогут выполнять прямо на уроке, не выходя из-за парты. Данная физкульт-минутка позволит снизить утомление учеников и переключить внимание, что в дальнейшем будет способствовать большей концентрации на учебном процессе. Начнем мы наш комплекс с дыхательного упражнения. Занимаем правильное положение тела. Спина ровная, лопатки отведены вниз и слегка тянутся к полу. Макушка наверх, шея длинная. Руки свободно лежат на парте, стопа полностью стоит на полу. На вдохе голова направлена вперед. На выдохе мы поворачиваем голову сначала к правому плечу. Стараемся подбородком дотянуться до плеча. Снова возвращаем голову в исходное положение, вдох. И на выдох поворачиваем голову к левому плечу. Повторяем упражнение 4 раза. Теперь на вдох поднимаем голову вверх. Нос тянется в потолок. Сильно голову не запрокидываем. На выдох наклоняемся вперед. Подбородок тянется к грудной клетке. На вдох поднимаем голову. На выдох наклон. Повторяем упражнение 4 раза. Следующее упражнение. Смотрим вперед. Вдох. На выдох наклоняем голову, и теперь ухо у нас тянется к плечу. Вдох. Выдох. Еще вдох. Выдох. Следующее упражнение – это вращение в плечевом суставе. Опускаем руки вниз и выполняем 8 вращений медленно. Стараемся в каждой точке проработать нашим плечом. Наверху мы тянемся плечом к ушам. Сзади мы стараемся соединить лопатки, когда опускаем вниз, вытягиваем шею. После того, как мы закончили делать 8 амплитудных вращений, мы делаем 8 быстрых, частых вращений, смена скорости, после чего мы снова возвращаемся к медленному вращению и уже чувствуем, как наша спина разогрелась. Следующее упражнение – подъем рук. Это упражнение мы также выполняем с дыханием. Поднимаем руки, делаем вдох. Плечами не тянемся к ушам, наоборот, удлиняем шею. На выдох опускаем руки и добавляем вращение плечами. Для следующего упражнения мы поднимаем руки вверх, переплетаем пальцы в замок и делаем наклоны. Вытягиваем сначала правую сторону нашего тела. Возвращаемся в исходное положение, делаем вдох. И на выдохе наклоняемся вправо. Теперь у нас вытягивается левая сторона, увеличивается межреберное пространство. И приступаем к выполнению последнего упражнения для поднятия тонуса спины. Разводим руки в стороны, большой палец тянется назад. Собираем руки впереди, соединяем пальцы в замок и округляем спину. Наклоняем голову, тянемся подбородком к груди. Если ваши ученики утомились, а перемены еще не скоро, то данный комплекс именно для вас.